третий день форума «Коммуникационный лидер 21 века» прошел мастер-класс для студентов-журналистов. Провел его главный редактор сайта «Хорошие новости» Александр Алексюк. Главная тема мастер-класса – сторителлинг. Александр Алексюк объяснил, почему данный формат интересен аудитории, а также рассказал, как и где найти историю для своего материала. Кроме этого, он рассказал о том, как работает редакция «Хороших новостей». И вместе со студентами поговорил о важности продвижения в социальных сетях. Мастер-класс понравился, очень понравился спикер, он прям интересно рассказывает о профессии, рассказывает моменты, когда журналист должен взглянуть на материал по другим взглядам. Напомню, что 6-й научно-образовательный форум «Коммуникационные лидеры 21 века» будет проходить до 18 апреля.